Сегодня завершил свою работу семинар Ассоциации книгоиздателей. Напомню, что в Чувашии собрались представители со всей страны, от Республики Саха-Якутия до Республики Дагестан. Обсудить тенденции национального книгоиздания, вопросы подготовки кадров и поделиться опытом решения проблем. В нем приняли участие директора книжных издательств, представители региональных министерств и департаментов, Российской книжной палаты и Московского государственного университета печати. По данным статистики, 34% россиян в 2012 году не прочитали ни одной книги, в том числе и электронной. Идет сокращение количества книжных магазинов, которых на сегодняшний день в России всего около 3000. Участники семинара отметили, что в стране много талантливых авторов. Книги издаются на высоком техническом уровне. Но читать художественную литературу становится не модно. Растут только тиражи образовательной литературы. Конечно, на детей могут влиять родители, которые заставляют своих детей читать. Но чтобы решить проблему чтения и книгоиздания в целом, необходим комплекс мер. Чтобы национальное книгоиздание продолжало жить, конечно, нужна поддержка. И в разных регионах она по-разному существует. И мы убедились, что все-таки власти знают, что если не будет помощи, то не будет и национального книгоиздания, не будет книг на национальных языках. Здесь мы обсуждали, что необходимо консолидированное мнение сообщества, чтобы вот издатели собираются и принимают общее решение. Мы проводим выставки, куда выезжаем все вместе, привозим книги разные. Мы стараемся, чтобы книги национальные попадали не только в этой республике, где они есть, а распространялись в тех регионах, где проживает компактно проживает население выходцев из этих регионов. Такая тоже практика существует. Надо, чтобы книги попадали и за рубеж, куда уехали люди из России по разным причинам, но хотят не отрываться от родины, хотят знать свой язык, свою культуру. То есть это здесь как раз обсуждали. И такие методы есть. Но, к сожалению, не так все просто, потому что никто пока не отменял ни денег, ни трудностей в книжном деле.